Черный дятел пролетел. Я, ребята, камера GoPro, семерка, черная. Я только что уронил воду. Вот сюда. Если бы камера была не вода, непроницаема, то лишился бы камеры сейчас. Хорошая камера, но хватает, конечно, у нее глюков разных. То не выключается, то не включается. Батарейку вынимаешь, вставляешь, потом опять работает штатно. Вот такие вот эти. Бывает, что в самый неудобный момент, тогда, когда надо снимать, она не включается. В этом году медведь очень рано залег на берлогу. С 4 октября я взял отпуск, и ни одного подъема уже не было. Скорее всего, уже до 10 октября весь медведь был на берлоге. По первому снегу ни одного следочка я не нашел, хотя довольно большие территории обследовал. При этом общался с охотниками, с другими, и никто не видел следов по первому снегу. По крайней мере, те, с кем я общался. В интернете часто пишут, что медведя надо брать в октябре, когда нагулен жир, когда более богато одет. Но эти люди применяют эти свои слова на свой регион. Хотя Россия большая, охотников много, и если у кого-то медведь ложится в начале октября, то у других в конце, а может быть даже и в ноябре. Поэтому заявлять голословно не стоит. Я считаю, что у нас, если планируется охота на медведя, то лучше ее планировать на вторую часть сентября. Самая активность, вот как раз я каждые выходные в сентябре поднимал медведя, собаки поднимали медведя. Но я работал, по выходным много не поохотишься. И, короче, надо было взять отпуск именно на вторую половину сентября. Возможно, была бы удача. По жиру могу сказать, что я добывал медведя в конце августа. Жира было очень много, не скажу сейчас в сантиметрах, но медведь был очень жирный. Медведь был маленький, конечно, трехгодовалый. Даже удалось заснять, точнее сказать, сам выстрел я не заснял. Заснял то, что после выстрела было, но потом удалил. Удалил это видео. Мне его, честно сказать, стало жалко этого медведя. Он был не крупный. Я его подранил, хотел подзатравить собаку, но в итоге добил сразу. Дело было так. Я был с двадцаткой, с этим ружьем. Пуля Ширинский Шихматова. Собака залаяла. Впереди я шел по дорожке. Залаяла и стала передвигаться ко мне. И прямо на меня выскочил медведь. Сам, короче, пришел. Первым выстрелом я срубил его, думал, что с одной пули добыл зверя. А потом он начал очухиваться, стал подниматься, я добавил и перебил ему позвоночник. Потом при освежевании я понял, что первая пуля прошла под позвоночником и немножко задела его. Поэтому он вырубился. Если бы я не добавил, зверь ушел бы, и мне его было бы уже не добыть. Потому что никакие органы не задеты, только позвоночник чиркнуло и все.
свежак уже после снега. Золотишко может здесь быть или нет? Может, у кого-то глаз набит? Что-то я так прикинул, немножко вот так боком ставить, наверное, будет более удачно. Насторожку вот так вот более чутко настораживаю. Конница подойдет, чтобы дотянуться до головы, и так или иначе все равно придется через капкан. То есть то, что он немножко в бок, это ничего страшного, я думаю, нет. Но это я предполагаю, у меня опыта с этими капканами совсем нет. Только начинаю. Какие елочки стоят, густые. Сейчас залезу прямо в них. Оп, яма вырыта. Явно мешаня тут. Проверял почву для берлоги. Сейчас посмотрим, может, где-то еще рядом вырыто. Вот это вообще не просматривается, елка. Туда залезть и не видно будет. Нет, тут все чисто. Больше ничего нету. Разбой. Чаю попьем. Может, дождь немного прекратит. Вон там просвет видно. А ручей полноводный стал. Зашумел.
Мишаня тут где-то в этом районе любит. На той стороне ручья года 3 назад, во второй половине октября, заходной след медведя был. И где-то в радиусе 2,5 километра квадрат выхода не было. Там я остался, короче, на всю зиму. Я ходил, смотрел, но вообще ничего найти не мог. Все-таки 2,5 квадрата. Поперечники, площадь не маленькая. А вот как тут, видите, зашел, буквально увидел уже с расстояния 2-3 метра. 2 метра. С 2 метров я увидел только то, что тут порылся мишка. Если бы была берлога, получается, что я только с 2 метров заметил бы ее. И уткнулся бы прямо в чело по направлению выхода. Чуткий мишка мог бы выскочить, меня сбить сразу схода. Вот так вот. Все может быть. Почему сложно найти медвежью берлогу? Потому что они вот в таких местах, чтоб не видно было. Но собаки должны бы учуять, по идее. Ну, правда, если бы был Алтай. Алтай у меня, по сути, сейчас единственная рабочая собака. Разбой только в паре с Алтаем может что-то показать. Один пока что он вообще ничего не показывает. Подождем, может быть, к 2-3 годам окрепнет, станет более самостоятельным. Еще немножко чая в термосе осталось. Я расслабился. Даже котелок не взял. Вообще, по идее, когда идешь в лес с термосом, надо все равно с собой еще брать котелок. Пусть маленький, но котелок. Потому что если закончится термос, вы останетесь без чая. А чая — это самое главное. Если придется заночевать, а у вас только термос, то вам придется его разбирать. Ну или на крайняк железную кружку большую. Я тут рядом лет 5 назад или 6, в 14, наверное, в 14 или 15 году медведя стрелял. Иду домой, время вечер, осталось 4,5 километра, я, скорее всего, засветло не успею уже, но это ерунда. Даже ерунда то, что у меня с собой нет фонарика, потому что сейчас я выйду на тропу, и по тропе я так или иначе все равно дойду до избы. Но сказать хотел о другом. Вы видели, что я показывал сапоги Норман, новые, вот такие сапоги. Они с полиуретановой, по-моему, подошвой идут. Я в них походил, иду, радуюсь, думаю, сучки не страшны, как бы подошвы не проколют. Когда я перешагивал через валежину, стал поднимать ногу, подошва немножко зацепилась за валежину. И, короче, я подмогнул, у меня подошва отвалилась.